Если верить результатам исследований ученых из университета Огайо, мужчины думают о сексе 19 раз в день, а женщины 10. Сегодня мы расскажем вам про знаменитостей, которые страдают от сексуальной зависимости. В 2016 году в сети появилась информация о том, что Оззи Осборн разводится с женой и лечится от сексуальной одержимости. Причиной развода стала измена Осборна со стилистом Мишель Пью, которая на 22 года младше него. Мудрая супруга смогла простить музыканта, и до развода дело не дошло. Возможно, смягчающим обстоятельством стал тот факт, что музыкант страдает от сатиризма, повышенного полового влечения. Голливудский актер Чарли Шин называет себя секс-машиной и не намерен лечиться от своей зависимости. Шин вполне доволен своей жизнью и не хочет меняться. Как уверяет звезда, в его постели побывали больше 5000 женщин. Знаменитость участвует в оргиях и мечтает построить свою порноиндустрию. Сексоголизм Мика Джаггера добавил немало хлопот его близким. Джаггер уверяет, что у него было около 4000 женщин. Бывшая супруга артиста рассказывала, что он был настоящим сексуальным наркоманом. Жена просила Мика обратиться к секс-терапевту для решения этой проблемы, но ему удалось соблазнить даже этого специалиста. К звездам, страдающим от сексуальной зависимости, относится и Дэвид Духовны. В 2008 году он публично рассказал о своей зависимости и решился пройти терапевтический курс. Тем не менее, лечение не помогло, и в 2014 году актер развелся. Недавно экс-солистка группы Spice Girls Мел Би призналась, что нуждается в квалифицированной помощи. В 2017 году звезда пережила развод и пыталась справиться с депрессией с помощью алкоголя и беспорядочных сексуальных связей. В какой-то момент певица поняла, что может сменить за день до 3 сексуальных партнеров. Мел Би решила лечиться в одном из медицинских центров Великобритании. Пэрис Хилтон также причисляют к сексуально зависимым знаменитостям из-за беспорядочной половой жизни, которую она вела раньше. Звезда неоднократно попадала в секс-скандалы, в том числе с порнофильмом «Одна ночь в Париже». В 2010 году Пэрис решила бороться с проблемой своими силами и заявила, что отказывается от тусовок и намерена как минимум год жить без секса. Знаете ли вы других знаменитостей, страдающих от сексуальной зависимости? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также не забывайте ставить лайк.